Это я, твой братик Джон-Джон. Ты меня помнишь, правда, Билли? Билли? Ого! Посмотрите, кто вернулся! Давай сюда, чушки!
А ты иди внутрь и займись своими делами. У тебя прямо талант. Держи, это поможет тебе работать усерднее. Прежнему владельцу все равно уже не пригодится. Он остался без головы. Там еще осталось немало. Ну, значит, другой неудачник будет за них убиваться. Осторожней там. Живей, хозяева смотрят. Заткнись и слушай. Ты хочешь выбраться из этой дыры или нет? Я жду твоего слова. Ты с нами? Ладно, ладно, я с вами. Что может быть хуже? Меня убьют. На данном этапе это не такой уж веский аргумент, скорее. А, здорово. Кто бы сомневался, что ты с нами. Я скажу остальным, и кто-нибудь ведет тебя в курс дела. Ты ударит быстро и мощно. Тебе не встречался Билл Дикарь? Билл мой друг. Очень хороший друг. Мы долгое время работали вместе. На той неделе нам пришлось кого-то выбирать для сбора чушек на заводском дворе. Билл вызвался добровольцем. Он не хотел, чтобы кто-то другой там кончился, но... Он крепкий парень. Он не мог погибнуть. Знаешь, вид у тебя вроде бывалый. Может, поищешь его и попробуешь привести обратно? Ну, ладно. Надеюсь, ты передумаешь. Удачи. Ашур восседает у себя во дворце, а мы тут ковыряемся в грязи. Хорошо, как раз вовремя. Ашур приказал всем явиться на площадь. Говорят, он собирается открыть арену. Как раз то, что нам надо. Все очень просто. Время от времени Ашур открывает арену. Любой раб может сразиться там с гладиаторами. Если победишь, получишь свободу. И самое главное, получишь аудиенцию у Ашура. Для раба это единственная возможность поговорить с ним напрямую. Сражайся, одержи победу. И когда встретишься с Ашуром, забери лекарство. Не совсем, но Вернер запланировал отвлекающий маневр. Мы же не просто так делали все это оружие. Но когда ты встретишься с Ашуром, ты окажешься достаточно близко к лекарству. Раздобудь его и принеси мне. А теперь пойдем и послушаем речь Ашура. Не стоит охранникам видеть нас здесь. Это может плохо кончиться. Я несу вам добрые вести. Мы стоим на пороге Золотого века. Там, где другие борются за выживание,
мы процветаем! Я направляю ваши усилия, но лишь благодаря вашим собственным стараниям вы заслужили зависть всего мира! Но больше всего они завидуют нашим победам в борьбе за свободу! Ибо да, именно к свободе стремимся мы все! И чтобы воздать честь этой борьбе, я спрашиваю моих верных рабочих, кто из вас готов сразиться за свою свободу? Прямо здесь. У нас есть такой человек? Этот мужчина готов сражаться в дыре. Ну же, Ашур, ты пошлешь в дыру, сэр, у кого действительно есть шанс... Вы воплощаете не просто надежду рабочих на то, что однажды они обретут свободу, но также все остальные в будущем могут и стать воистину свободными от любых страхов. Удачи в дыре. Я ставлю на тебя. Ты будешь драться в дыре? Вот это здорово. У меня важные новости. Так, ну в чем дело? Собираешься драться в дыре, тупица. Ну, так вперед! Федор тебя ждет. Что ты тут делаешь, раб? И не говори мне, что гадить собираешься. Нигде. Достаточно сказать, что хочешь драться. И я организую бой. Когда тебя убьют, то же самое повторю следующему тупому рабу, который придет после. Здорово, правда? Ну так что, давай. Лучше смерть, чем такая жизнь, правда? Что возьмешь с собой, тем и пользуйся. А если этого мало, кое-что еще найдется в том шкафчике. Все очень просто. Ворота открываются, все дерутся. Побеждает последний, кто останется в живых. Понятное дело, когда откроются ворота, упадут и бочки. Так что постарайся убить ближнего своего прежде, чем умрешь от радиации. С этими бочками рядом долго не проживешь. Да что тут говорить? Почти все погибли. Выжили от силы 1-2. Да? Так не терпится умереть? Ну ладно. Можем начать прямо сейчас. Или сперва приведи все свои дела в порядок. Тебе решать. Мы стравим тебя с другими выродками, которые думают, что могут победить. Вы будете драться до тех пор, пока в живых не останется кто-то один. И сомневаюсь, что это будешь ты. Неудивительно. Только не тяни слишком долго. И не дай себя убить нигде больше.
Опять ты еще хочешь, да? Никаких сомнений? Как только я запру дверь, пути назад не будет. Закон арены. Заходи, нечего тянуть. Они будут драться! Они будут умирать! И все это для вас! Для вашего развлечения! И вот остался только один боец! Только один! У-у-у, друзья мои, какой великолепный бой! Как далеко зайдет этот раб! О, впечатляет раб. Это были крутые выродки, очень крутые. Похоже, в тебе что-то есть. Но не спеши радоваться. Не сомневайся, что для нового боя Ашур припасет тебе нечто особенное. Вот тебе лекарство от радиации. Пользуйся, пока можешь. И возвращайся, когда опять захочешь драться. Ашур говорит, ему хочется красивой драки. Так что он выставил против тебя братьев-медведей. Это те еще бандиты. Поговаривают, они уже наполовину троги. Но ты непременно справишься. Я не сомневаюсь. Отлично, приятно слышать. Заходи. Посмотрим, справится ли новичок с такими опытными бойцами. Готовьтесь, бой! Неплохо. Братья-медведи были реально круты. Еще одна победа, и получишь свободу. Но этот бой тебе не выиграть. Получи укол от радиации и возвращайся, когда захочешь драться снова. Опять ты еще хочешь, да? Это будет твой последний бой, выродок. Еще одна победа? И больше никто тебя так не назовет. Ну что, вперед! Тебя ждет бой с Грубером. Он один из немногих рабов, кто победил в дыре. Сколько их там всего было, а? Трое? По-моему, он вошел во вкус. К несчастью для тебя, у него еще и классная пушка. Так что, скорее всего, мы с тобой говорим в последний раз. Отлично! Приятно слышать. Заходи. Непобедимый боец! Грубер до сих пор не знает поражения! Грубер!
побит! Грубер побит! Чемпион побежден! Новый раб выходит из грязи, чтобы стать одним из нас! Поприветствуем его! Он это заслужил! Черт возьми! Да ты просто супер-боец! Поздравляю! Ты молодец! Ашур хочет тебя видеть. Охранникам дадут приказ тебя пропустить. Неужели Ашур опять открыл арену? Не смотришь? Проходи живее. Чему это ты улыбаешься? Что, не тянешь? Хочешь развлечься? Дали одного трога вчера вечером. Богом клянусь, это Джефф. Доброй еды добыть удалось? Живее, торопышка, работа не ждет. Ты нереально крут. Ашур сейчас подойдет. А пока что задумали? Здесь. А я говорю, что все под контролем. Я вернусь к тебе, как только наведу порядок и восстановлю справедливость. А после этого, видимо, приметесь воскрешать мертвецов? Нет. Но, возможно, позже, на неделе, буду исцелять увечных. Если будет время, конечно. Сэр, мы видели в городе Вернера. И рабы подозрительно много шепчутся. Рабочие. Что? Мы называем их рабочими. Полезно для поднятия духа. Напоминает, что когда-нибудь они смогут заработать себе свободу. Как их ни называй, важнее то,
что они собирают самодельное оружие. Ладно, ладно. Переведи охрану на усиленный режим и предупреди. Пусть следят за всеми, кто слишком долго торчит в Нижнем городе. И не спускай глаз с Медеи. Если что-то затевается, она точно в гуще событий. А теперь у меня важная встреча с нашим новым другом. Если случится что-то важное, пользуйся интеркомом. Да, сэр. Так, передышка кончилась. В дыре это было неплохо, новичок. Я так и знал, что ты не из простых работяг. Так что встает логичный вопрос. Кто же ты? И что ты делаешь в моем городе? Я понимаю. У всех нас есть прошлое, и мало у кого есть повод им гордиться. Но теперь все это позади. В Питте ты увидишь растущую армию, процветающую промышленность и, возможно, даже лекарства от радиации. Конечно, все мы несовершенны. И порой прошлое приходит напомнить нам о себе. Скажи мне, ты знаешь человека по имени Вернер? Тогда ты в курсе, что ему нельзя доверять? Он сбежал после неудачного переворота, а теперь, похоже, подбивает рабов на мятеж. Ты знаешь настроение рабов и знаешь Вернера, так что ты сможешь положить всему этому конец. Сделай это, и станешь вторым человеком в городе. Приятно слышать. В Питте тебя ждет блестящее будущее. Более того, я хочу открыть тебе один секрет и показать поразительное открытие, которое обеспечит нам достойное место на пустошах. Думаю, сейчас самое время тебе лично увидеть лекарство. Пойдем в лабораторию. Сандра все объяснит. Не стану тебя задерживать. Не стану тебя задерживать. Черт возьми. Иду. Возвращайся и поговори с Сандрой. Она объяснит тебе про лекарство, и ты поймешь, почему с Вернером необходимо покончить. Привет. А, Ашур сказал мне, что ты зайдешь, но, боюсь, я отвлеклась. Малышка Мари такой ангелочек, но иногда с ней бывает непросто. Меня зовут Сандра. По распоряжению Ашура я возглавляю медицинские исследования в городе. А Мари — это наша дочь, наше маленькое чудо. Ненавижу, когда он так ее называет. Это ужасно, называть так собственную дочь. Какая приятная неожиданность. Кажется, вы с Ашуром единственные здесь, кто хоть что-то смыслит в науке. Да, судя по всему, у нашей дочери естественный иммунитет к любым мутациям. Это настоящее чудо. До конца я в этом еще не разобралась, но она может помочь нам решить проблему с трогами, а может быть и вылечить от всех прочих мутаций. О нет, все абсолютно безопасно. С учетом охраны и ее необычного здоровья, в мире нет другого настолько защищенного ребенка. Мы с Ашуром никогда не стали бы рисковать ее здоровьем. И если из-за этого создание лекарства займет больше времени, что ж, значит все остальные подождут. Большое тебе спасибо, тут все в полном порядке. Если ты правда хочешь помочь, то лучше выясни, куда так спешно умчался Ашур. А теперь извини, мне надо кое-что закончить, пока Мари не пора баиньки.
Как делишки? У меня много дел, так что лучше иди и помоги Ашуру.